на этапы Гран-при. И в прошлом сезоне они выступали на турнире четырех континентов. Там, кстати, стали бронзовыми призерами, 13-ми стали на мире. Ну, я закончу, я начал представлять, на каких этапах наши будут кататься. Итак, на третьем этапе, на Кубке Китая, Мартышева-Роганов. И там, кстати, вот немцы Савченко-Золкова выступят. На новичке трофи опять Волосожар Траньков. К сожалению, Юга Кавагути, Александр Смирнов, которые должны были в Японии выступать из-за травмы, которую Саша получил, серьезная травма. Желаем ему выздоровления. Операция уже прошла на связке. Ну, порвана связка у Александра во время прыжка на турнире в Петербурге. Так что Юке, Саше держаться, выздоравливать Саше. И дай бог, может быть, все-таки случится чудо. Хороший, кстати, подход, что американцы продемонстрировали. Поэтому только две российские пары на новичке, одну российскую пару на новичке и трофе мы увидим. Только Волосожар Траньков на трофей Рик Бампар, Базар Валерионов. Ну и в Москве на Кубке России Антипова Масюрадзе, Базар Валерионов и Столбова Клин. Кстати, в Москву Савченко с Долковым пожалуют. Но вот мы видим, что до финала Гран-при ни одного очного столкновения чемпионов мира действующих Волосожар Транькова и четырехкратных чемпионов мира Савченко Золкова не будет. То финал Гран-при не случится. Ну, мы надеемся, что финал Гран-при и та и другая пара отберется и приедет. Пролет такой шикарный. Популярнейшие музыкальные темы Карлоса Сантаны они взяли для короткой программы. На радость американской публики симпатичная короткая программа у Мариса с Симоном получилась. Симон, кстати, родился в Москве, но родители эмигрировали, когда ему было год с небольшим. Поэтому говорить о каком-то российском следе в его становлении как фигуриста нельзя ни в коем случае. Роберт Мерлин, Кэрри Уолл и Марк Митчелл. С ними работают хореограф Жюли Маркотт. Ну, кстати, они в прошлом году выиграли национальное первенство. Для многих неожиданно, а с другой стороны, если посмотреть, очень неплохо они выглядят и в целом, и программа, и связки между элементами. Хотя, конечно, хотелось бы побольше такого отношения. Вот здесь была у них только ошибка допущена, да, партнер двойную сальхов исполнил, поэтому им засчитают двойную сальхов, да еще и они минусы получат от судей. Ну а выброс, посмотрите, выброс сальховский с запасом очень красиво, шикарно. Такое классическое американское катание.
Нам хочется какого-то диалога, больше общения. Но, с другой стороны, это короткая программа. Но, естественно, сильнейшая пара нам этот диалог в короткой программе представит. Но Мариса Костелли и Симон Шнапир, они ориентированы все-таки в короткой программе в первую очередь на чисто исполнение элементов. Высокие партнеры очень, 193 сантиметра, и разница в росте у них достаточно большая. Но я бы не сказал, что это уж очень бросается в глаза, потому что кого-то вот эти линии чуть-чуть и напрягают. 62 балла, 56 сотых.